Благодарю. Героям слава. Молодчане. Вооруженных сил Российской Федерации, Донецкой и Луганской республик, территорию Российской Федерации, и находятся в медицинских учреждениях. Ми повертаємо додому наших людей. Щойно завершився обмін. Сьогодні у нас 215 хороших новин. 215. We just want to let everyone know that we're now out of the danger zone and we're on our way home to our families and whatnot. Not just us, there was also in total 10 foreigners that were in captivity.